Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Motorola Edge 40 Pro, и сейчас я покажу вам, как сделать сброс настроек приложений. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Приложения», и здесь мы выбираем «Все приложения». Далее нажимаем на три точечки в правом верхнем углу и нажимаем «Сброс настроек приложений» и нажимаем «Да». И на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.